Не забыли, чтобы... А что было на прошлом стриме? На прошлом стриме был стрим. Да, я помню, был стрим на прошлом стриме. Логично, да. Помню. Еще не забыла. Да. Умница я помню. Я все помню, да. Я вон какая молодец, помню. Все. Да. Почти. Кто я? Когда свадьба... Топик я не отдам, это, во-первых, свадьба. Возможно, свадьба. А при чем тут Горько? Свадьбы еще не было, было только предложение. Как и Горько. Вам надо сейчас сходить и отменить все свои Горько, потому что это было только предложение. А не свадьба, чтобы орать Горько. И, возможно, стрим свадьба будет на 100к, а может раньше, но, скорее всего, на 100к, потому что за такое, как бы, грех не поднять тост, а тост у нас будет исключительно на 100к. После нет, и до нет. Поэтому, скорее всего, это будет на 100к. Может быть раньше, если мы не вытерпим и захотим предаться любовным утехам в брачную ночь, в медовом месяц на Мальдивах. Да. Так что да. И кстати, знаете, что самое забавное? Манулы и легионеры же станут одной семьей, а значит правила будут распространяться и на Манула. Без какао. Без выпилки. Знаете, будет очень забавно. Надо еще подумать, кто чью фамилию возьмет. Даже не знаю. Николай Жижин, Манул Старублин, спасибо большое за донат. Какао, 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 какао. Так, окей, сейчас прочитаю этот донат. Так что мы станем одной большой семьей. Так. Манула. Ну, тут как бы уже... Вот с кем не бывает. Вот с кем не бывает. Правильно? Ой, какая милая. Ой, это не туда. Это не та вкладка, извините. Фотография Маны была открыта, извините, не то. Не туда. А, так. Оп. М. Почему ты не того самого? В чем твоя проблема? Так, окей. Пусть... все то букеты в плане будет кидать. Топ... Я не буду кидать топик. Я не буду кидать топик. Мой топик. Мой топик. Мой топик. Мой топик. Моё, моя прелесть, понимаете? Все, это моя. Это наша с Маной прелесть. Все. Я да. Александр Василенко, 200 рублей. Спасибо большое за донат. Так. Ухожу эти фотки. Не, там ничего ухожу, не знаю, просто милая мама. Вот так. Да. Наш с Маной, а не ваш. Так что, все, ничего не знаю. Та-та-та-ра-рам-па-па-рам-пам. Элэйн, 200 рублей, спасибо, что сюда. Планечка, наступило время трупы пшена. Время конкистадоров. И может по пути спасть мир. Оу, ноу! Оу, ноу! В данный момент. Я так понимаю звуки богов. Почти. Возможно. Нет, не знаю. Кредиты нет. Кредит на свадьбу! Знаете, это просто... Это кредит на свадьбу. Я уже готовлюсь. Основательно. Вот уже с банка звонят. ЛЦР 100 рублей. Пусть наши деньги пойдут на свадьбу. Мы проконтролируем. Да. Извини, годок, я думаю, это мой телефон звонит. Нет! Не буду. Та-та-там. Интересно, а кто нас будет венчать?
Кто-нибудь может... Может, Муна или Оля? Хочу согласие от Муны. Благословение Хололаева. Нормально, 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 да? Так, ну мы пока начинаем играть. О, кетчунес. Не, ну, хотя белое пятно, еще можно понять от чего, а красный кетчуп. Родные вертолеты и флешбэк. Не, ну, вечеринка-то это вообще просто вечеринка по нахождению труп. Ладно, нет, давайте. Давайте я все-таки немножечко как бы поменьше сделаю чувствительность. Вибрация? Где мой джойстик с двумя видами и какого с режимами? Подожди. Если тут есть вибрация, приходит планер с джойстиком. С джойстиком, у которого есть вибрация. Все. Зачем вообще что-то... А, не надо принять. Где моя вибрация? Я не понял. Вибрация. О! Ну, слышно? Интересно. Ой, ну. Не, ну все как бы, я считаю все. Ну хотя с джойстика не... О, я вижу... Ого, сколько... Не, ну с джойстика неудобно играть, джойстик Unreal. Печально. Ну чё, футбол? Бум! Где? Куда это унесло? А чё, как брать? Так, ладно. Нет, я не хочу джойстик играть, это неудобно. Светлое будущее, пожалуйста, нет? Ну ладно, нельзя. А почему нельзя? А я хочу в светлое будущее наверх. Почему мне нельзя в светлое будущее наверх? Это печально. Ой, я так понимаю, мне потом кабин запил. Ой, лесенка. Для взаимодействия с предметами нажать левую кнопку. Окей. О! Я могу теперь всех тыкать. Я дрель! Смотрите, когда я сетёрки. Просто превратить в дверь. Дырка. И чё? Ну ладно. А почему ты не отвинтишь? У меня болт сломался. Чатик, что вы делаете, когда у вас сломается болт? Можно я задам нескромный вопрос? А, не, все подчинился. Нормально, я починил. Я починила свой болт. Все хорошо. Все уже хорошо. Это надо наклоняться. Окей, это мы умеем. Что за дырка? А что за дырка? Не понял. Ну ладно. На глазах у всех. Ну, а что? Я просто починила. А если я дерну, смотрите, вот дерну. Сейчас как дерну. Ой. Классно.
Мне форточку можно? А форточку можно? Я туда хочу. Я хочу быть раздавленной ножкой вайпу. Блин, а чьей бы ножкой хотели бы вы быть раздавленной? Вот так вот, знаете, чтобы у вас была возможность. Вот так. Бум! Чтобы ваша вайфу на вас не ступила. Ваша аниме-девочка. А, Четик? Ладно. А ты сам, что ли? А, ты сам, ну, конечно, когда надо. Ну, ты, конечно, мастак. Могу? Не могу. Почему я не могу? Что я, почему мне не разрешают брать? Швабра! Швабра? А куда? Чат. Присаживаемся. Сегодня на наших глазах произошло преступление. Пострадавшему до сих пор не верится, что на его глазах буквально была похищена его любимая швабра, которой он соблазнял всех девушек, которые у него были. То есть одну продавщицу из магазина. Эта швабра была знаменованием чего-то большего, чего-то светлого, чистого, блестящего, чистоты, невинного любви. Так что, просьба, если вы нашли швабру или украли ее, пожалуйста, верните бедному пострадавшему, который будет плакать и пойдет делать сосайд, потому что у него больше нет выбора, потому что он может... Вначале он заест горе. Пошли кушать, давай кушать. Мы должны заесть горе. Мы заедаем наше горе. Статуэтка. А, это типа на каждом уровне есть такая статуэтка, которую надо найти, понял. Так что, кто видел, как украли швабру? Или кто украл швабру? Пожалуйста, верните ее пострадавшему. Он по ней очень скучает, он ее очень любил. Окей, инопланетяне. Это были инопланетяне! Я помню плохо, это плохо заканчивается. Поняла, это инопланетяне. Это все инопланетяне, о черт! Инопланетяне, о нет. Это были инопланетяне. Я нажму на рычаг. А чё? В смысле? А что ты делаешь? Ничего не понятно. Открой. Инопланетянин! Я верну свою швабру! Я верну швабру на родину! Чего бы мне это ни стоило. Любой ценой. То как это было горячо! Так страстно, быстро. И только вперед. Это было сон. А, ну нормально, да. Обалдеть! Я открыла сундук! Короче, до свидания. Гена, привет! Ты такой классный, Гена. Вообще. Не укатывайся, пожалуйста, Гена. Спасибо большое, что это... Ой, там страшно. Где моя фигурка? Я понимаю. Где моя фигурка?